не засранка. Треков. Стали воробьёвкой. Ладно. Лучшая категория стрима, кто выиграет? Номинанты. Номинанты. Реакционные. Лего. Лего. Хорошо. Ага. Рисовальные. Ага. Дорисовываем. Рисовываем вот эту картину. Ух, прям с видосами. Да, да. Красиво. Да. Красиво. Вот. Давай мы сначала предположим, кто выиграет. Еще. Да. Там водка. Фигня. По полтушке. Кто выиграет? Подожди. Я думаю... Реакционные, рисовальные, конструкторы или по болтушке. Но я больше всего люблю по болтушке. Я люблю по болтушке, но выиграть реакционные. Выиграть, я думаю, реакционные. На обычном онлайн всего. Все. Победителем становится барабанный дроби. Громко. Друзья, глохну сейчас. Серьезно? Сейчас сделаем потише. А, точно, я ж вам, бля. Извините. Извиняюсь. Извините. Сейчас. Все нормально. Сори. Лучшая игра на стриме. Ой, блин, как будто мы так много играли, короче, да? Короче, плавать, типа, можно. Ну, давай, я хочу. Я думаю, архонта мне, архонте меня. Мне, получается, надо брать путешественника сюда в отряд. Давай тогда новый отряд создадим. Дед Мороз распрямился. Зайчик. Я думаю, подожди, зайчик, наверное. Да, уже зайчик, думаю. Угу. Ой. Сейчас нормально по звуку как? Уже подняли лапы. Народ. Их глаза блестели ярче драгоценных камней. Пасть волк... Извини, не слышим, уже оглохли. По губам читайте. Прямую связь. Atomic Heart? Ну, мы там чуть совсем поиграли. Одногладку. На. Это укачивается. Видишь, как мало игр играли, да? Ну, зайчик, я думаю, выиграет. Вытяните руку с перчаткой. Собака, у нее прям трагедия. Смотрит на нарезку, не может получить ее, смотри. Может дать ей? Не надо, лох ему поплатку. У тебя тут игра очень понравилась. Ой, бля, прикольная игра. Это мы же с Киран играли. Да. С другой стороны. С подписчиками. С какой другой стороны? Выкати на солнце кусок льда. Ну, видишь, тоже такая механика. Ну, я думаю, выиграет зайчик. Зайчик. Зайчик, стопудово. Ну, конечно. Бля, слушай, какие мы предсказуемые. Да, мы просто знаем свою аудиторию. Лучше необычный стрим. Необычный? Это я, наверное, номинация? В кафе. Прям. Конкурс арт, ну то, что обычно не делаем. Конкурс артов. Обычно-то немного людей смотрит. Нет, это был именно необычный. А, это в киберпанк мы смотрели, который нас называли. Мы как Моргенштерны. Маргиналы. Да, такие, знаешь, забитые. Это обычные реакционеры потом спились. Да, типа того. Такие старые. Прикольно. Картину сбыли. Ой, господи. Она потом вся так облезла жестко. Она была прикольная. Не надо. Ну как она была, пока она не испортилась. Нет, да? Она, кстати, лежит там? Да, да. Сколько это ждать? Смотрите, это что ведь? Феном. Неси фен. А ты не понял. Ему тоже кажется, что если пошел незаметно. Не. Он как будто пролетел вот так вот. Вот это, смотрим города подписчиков. А, я думаю, подписчикам будет это нравиться. Да, теперь было интересно. Вообще кажется, что какой-то город больше. Мы два раза так стримили. Я думаю, города подписчиков. Города подписчиков. Города подписчиков. Такое, знаешь, ощущение? Забыли бы, что это? Знаешь. Как мы знаем хорошо Ландау? Нет, не Ландау, аудиторию. А, аудиторию. Мы знаем аудиторию, как проголосует. Так, придержи восьминога там, чтобы собаки не достался. И да, у восьминога. Лучший канал Ландау. Ландау. Чувствую. Но это не мы делали, Ландау 2.0. А. В этом смысле. А, в этом смысле? Да, да, да. Ландау, наверное, по вызову. Ландо ну, по я вызову. Думаю, скорее всего, выиграет Ландау, потому что там больше всего подписчиков. Ну да, Ландау. Представь, если нет, будет прикол. Ну давайте, удивите нас. Я голосовал за... Блин, нас не удивили. Я голосовал за Ландау по вызову. Номинация «Лучшая платформа с контентом Ландау». У нас как бы она... Ютуб. Да, я кого-то. Ну, типа, это основная, действительно. Телеграм. Даже видно сразу по подписчикам, да? Где больше аудитории сидит. Бусти. Это все общие подписчики, если что. И Твитч еще же, да, точно.
Как же сложно узнать, что же выиграет. Ютуб. Ух ты, вот это неожиданность. Понятно, очевидно. Блин, очень очевидно на самом деле. Я жду, где будет неочевидно. Там может быть дальше события. Хорошо, давай. Или нет, Чичи. Так. А такая малышка, тут посмотри. Скрин. Сейчас будут вписываться, смотри. Да, успел. Все, зафиксировано. Потому что в прошлый раз как-то было что отписывать, помнишь? Ой, ебал! Это с видосиками, да? Да. Ты уже забыла, как это было. С видосиками прикольно. Слушай, прикольно вспомнить. О, это сиськи. Сисечки. Сисекси. Ну, я думаю, Чича, наверное. Все-таки новый член семьи. Ну, конечно. Типа, знаешь, поехать можно каждый год, да, там. Подписчики, ну, не каждый год, но все равно. Типа, круглый класс. А собаку ты не каждый год заводишь. Ну, обычно, да? Так, о, это было сложно, ну-ка, лучшее фото я меня. Такой я голосовал. Сейчас узнаю за самую страшную. Не, ну это неинтересное. Вот это хорошая фотография. Я за это голосовал. Ну конечно, я так думала. Ну да, почти в Японии. Так хорошо, кавер узко снимает, как будто худая-худая. Ну я думаю, вот так с мороженкой выиграет, конечно. Да как алкашка, это курильщица 94, что это такое? А вот курильщица, да там-то то же самое было. Блин, почему-то все время в кальянках фоткает меня. О, прикольно. Чи-чи. Не, ну я думаю, наверное, там, где мороженое ем. О, вот это тоже хорошее. Не, я за это голосовал. За это голосовал? Или вроде ту. Блин, а как же через Майнкрафта тут? Бля, а вот здесь я не знаю, кто выиграет. Как же через Майнкрафта, ну-ка. Серьезно? Вообще не очевидно. Да? Не. Я думаю, за самую смешную проголосую. Я этого не... А тут за такую обычную. Не, ну что, такой фотка вообще не ожидала. Лучшее фото Чичи. А. Маленькая Чичи. Ну ты же на себя вообще не похожа, да? День рождения. Угу. Парис Хилтон. Так, это пока лучшее. Не, в трусах лучшее. О, не, вот это выиграет. Я за нее голосовал, да. Чего ты решил? Что теперь за нее голосовал, значит выиграет? Я за нее голосовал. Я думаю, в трусах. В трусах тоже смешно. В трусах, наверное. Я думаю, выиграет в трусах. Хотя ей трусы уже не надо. Я же все. А че крыжили курагу, как говорится. Ну, видишь? Да, прикольно. Вот так тебе нравится, что мордашка была пострижена? Больше. Еще короче? Там уже мордахи не будет. Что за шорс был с котенком на постели? Ну, модератор. В смысле? Мадаксон. Мадаксон? Либо кто? Либо Мадаксон? Не, подожди, Виктор К. Виктор тоже с модератором, просто он не так много модерирует. А у нас уже три модератора. Теперь уже третий. Уже не актуально, да? Уже не актуально, да. Ну, а я думала, кто-нибудь обиделся на Мадаксона за то, что он забанил и специально не проголосовал. Ты его знаешь. Ну, нарешек. Понятно. Даже не Рома. Знаю. Рома. Рома, лучший сливщик. Да. Старый испанец. Не засранка. Ну, блин. Как бы, знаешь, у нас не так много дорещиков. Ладно, ну тут понятно. Кто лучше всех сливает. Не засранка. Неожиданно было. Лучший лекционер. Блин, это жестко. Ландау. Надо было разных поставить. Мне кажется, Ландау было бы интереснее, если бы там были другие лекционеры, если бы выиграли не мы. Это было вообще похеренно, мне кажется. Ландау. Мне кажется, надо было ставить... А у меня есть будет видео, где у меня рот закрыт? Интересно. Мне кажется, это вообще было супер смешно. Блёк! Вообще не угадал. Нет. Ну, на кто угодно, только не это. Тут не... Тут я не мимо вообще. Ну, вообще однозначно мимо. Стой, не листай ты вниз, залезь мне в сердце, а не мой плейлист.